Всегда любопытно слушать признания людей в чем-либо, в деяниях, в своих каких-то выводах. Сегодня мы именно это и посмотрим. Оракул полной луны. Я вас всех приветствую. Оп, у нас тут сила. Что-то мы сегодня серьезное с вами посмотрим. С вами канал Лайф Таро Надежда. И давайте, начиная с сигнификации, будем смотреть, что нам сегодня карты здесь приготовили. Итак. Здесь нет отношений по факту на данный момент. Тупик, освобождение, карта болезни. Отношения болезненные были, да. Для кого кто-то скажет, да, не болезненные, Надежда, они больные. Я с вами здесь полностью согласна. И здесь каждый из партнеров уже и не знает, что вообще с этим делать. Ваш партнер здесь в свободное плавание пустился. Здесь он пошел испытывать себя на прочность в других где-то. Может быть, отношениях, может быть, просто в другой своей какой-то жизненной плоскости. Занялся работой, может быть, наконец-то, образованием. Вы же здесь говорите, нет, стоп, надо остановиться. Отношения так не могут продолжаться. Слишком много уже воды утекло, и пора бы уже просто принимать решение. Но колода у меня здесь княгиня, которая тоже скажет, я тоже человек. И я тоже имею свое мнение, я имею свою гордость, самолюбие, ну и самооценку. Стоп, хватит, да? Мы зашли в тупик. И надо оглядеться по сторонам. Что теперь с этим делать? Не счесть, сколько здесь было выяснений отношений. Сколько здесь было попыток попробовать заново, попытаться понять, простить. Иллюзий очень много было, которые здесь тоже, подойдя к тупику, тоже начали рушиться. Не сделанный выбор. Выбор так и не сделан. До сих пор. Вы его сделали за человека. Он так и не смог определиться. А вы ему помогли. Может быть, пендалем под зад. Может быть, просто уйдя по-английски в закат. Потому что так больше невозможно. Так больше смысла даже какого-то не имело. Давайте партнера вашего посмотрим. Да, здесь больше, смотрите, какой-то социальной жизнью решил заняться. Может быть, окружение свое. Знаете, так вот, вялотекуще. Ничего у него по факту не получается. Это такая, знаете, вот пустая... Бурная деятельность, которая по факту результата не приносит. Но ему так легче, ему так проще. А возможно, это показуха специально для вас. Да, такая театральная постановка, которая разыгрывается вашим партнером, чтобы вы посмотрели, как ему хорошо. Поверьте, вот то, что он вам показывает, это то, что вы должны увидеть. А за кулисами он оставляет много каких-то неудач и много аспектов делать просто вот мимо, мимо, мимо. Не получается здесь сделать так, как хочется. Здесь высшие силы не позволяют. Но я могу допустить, что здесь просто он помимо вас еще кому-то перешел дорогу. Здесь карма сгустилась над человеком. И его кто-то или что-то здесь сейчас наказывает. Поэтому дела не делаются, пустые хлопоты. Ну и в целом здесь такое, знаете, вот какое-то пустое, никчемное времяпрепровождение. Хотя пафос может быть ого-го какой. Абсолютно. Да, посмотрите, строит из себя изобильного героя. А по факту-то, да. По факту одни проблемы. Вот какой сферы ни коснись, хоть мелкая, но проблема здесь будет. Да вот, потому что, посмотрите, черная кошка, она не появляется, никогда не появляется просто так. Черная кошка всегда скажет, что ты сделал что-то не так. Твоя жизнь сейчас приобретает
темные оттенки или черные, да, если хотите. Котик здесь красивый, шикарный. Здесь реально кто-то или что-то постарался для того, чтобы человек, все, что он не делал, все было слито. Сами знаете, куда. Походу, видимо, еще ничего не понимает, потому что строит. Видите, какого из себя мощного, сильного. Да, человек здесь может быть важный. И человек здесь может быть при власти. Ну или при погоне. При погонах. При чине каком-то. Но одно дело казаться, а другое дело быть. В его случае здесь кажется. Например, выставил фотку шикарной вечеринки. А на этой вечеринке мордобой был. Да, или все попереругались. Или из-за этой вечеринки потратил денег столько, что сам теперь в шоке. Улыбающееся лицо никогда не отражает истинной действительности. Вот здесь вот хорошая мина при плохой игре. То, что здесь показывает загадный партнер. Да, такая, знаете, как будто бы демонстрация. Все, я, наконец, свободен. Я, наконец-то, развязал себе руки. Я теперь делаю, что хочу, как хочу. И вот посмотри. Вот так за ширму заглянуть. И скажешь, да, спасибо. Но больше смотреть мне не хочется. Признание. В чем он признается сейчас, на данный момент? А его даже его близкие не поддерживают. На данный момент его никто не поддерживает. Как-то самоудалились или самоустранились. В его семье сейчас проблемы. Семьей я называю его ближайшее окружение, с которым он часто взаимодействует. Это не обязательно, там, я не знаю, там жены, дети. А это могут быть родственники, родители, братья, сестры, закадычные друзья. Да, здесь тоже. Есть еще одна карта, которая прям шикарная. Карта зелья. Карта-то красивая сама по себе. Но она неприятная, потому что это отравленное зелье, это яд, это то, что лучше не употреблять, держаться подальше. Ну и, конечно, это скажет нам еще о том, что человек здесь чем-то злоупотребляет, тем, что наносит вред его здоровью. И лекарства в том числе. То, что все есть лекарство, все есть яд, знаете такую цитату. Да, здесь ясно как день, что у человека еще и с близкими людьми здесь не все хорошо, не все ровно. Я думаю, вы, если видите, ну, для тех, кто еще заходит в соцсети и иногда попадаются фотографии вашего загадного человека, где он в окружении там друзей, я не знаю, своей семьи, улыбается. Вот насколько это может быть показухой? Насколько здесь такая вот игра? Просто игра. В чем он признается вам в плане ваших отношений? Вот такое вот откровенное его признание. Он, кстати, вас здесь как-то винит. Пусть даже косвенно. У него такая чехарда здесь событий, таких не самых приятных. Как будто бы он здесь вас обвиняет. Да, я много думал. Но ему это не нравится. Он хотел бы, чтобы вы тоже почувствовали, как он живет. Наказание здесь карта.
долго думал и решил, что как бы сделать так, чтобы вам тоже сладко не жилось. Но если мы в целом говорим здесь про ваши отношения, за любое ваше несогласие он вас наказывал. Даже если вы были правы, но вели себя не так, как он хотел, обидное слово, там его обида, ссора, которая разгоралась с его подачи, это было специально, чтобы поставить вас на место. Он считал, что он в этих отношениях был мудрее, был умнее вас. И что вы не должны были сделать что-то такое, что ему не нравится. Вот он, видите, мастер наказания здесь. Да, он здесь честно признается, что во многом он делал назло вам. Если его что-то расстраивало, если ему что-то не нравилось. Ну, вот такой вот человек. Но что более еще неприглядное в этом, так он и на перспективу тоже думает, как бы сделать так, чтобы и вы с улыбкой до ушей не ходили. Он мстительный, он злопамятный. Ну, вот она, карта силы, да. Это вот то самое важное, да, вот как вот сигнал. Карты рассыпались, и первая карта, которая нам показывает, что будет что-то важное, и на эту карту я, как правило, обращаю внимание, если она еще дублируется потом в раскладе, значит, это то, на что здесь стоит обратить внимание. То есть во многом здесь получается, что даже если вам казалось, что что-то вы сделали не так, вы его расстроили, там он психанул, там обиделся. Это специально было подстроено им. Это специально было сделано для вас. Да, вот. Воспитать вас, проучить, переучить, чтобы вам было дискомфортно. Поэтому, если этот человек имеет свойство написать вам что-то до сих пор, и это какие-то неприятные слова там, или какие-то гадости, да, или там свое довольное счастливое лицо присылает вам. Поверьте, это уже его некое наказание вам. Потому что у самого здесь в жизни такая какая-то неразбериха. Сам здесь отвернулся или от него отвернулись те люди, с которыми он привык взаимодействовать. И он таким образом отыгрывается на вас. Он признается, что он реально понимает, и он наблюдает, что он потерял вас, он потерял ваши отношения. А вообще, самое важное, знаете, здесь еще что. Он хочет, чтобы вы знали, как-то сообщить вам. Я думаю, вы получите об этом сообщение, может быть, даже не от него лично. Кто-то вам что-то расскажет. Или вам сон приснится. Он запутался. Вот что он хочет, чтобы вы знали. Я запутался. И выбраться из этого я не могу. У меня не получается. Он действительно хотел бы вам лично сообщить. Я не знаю, насколько именно в ваших отношениях возможен такой сценарий, что я не понимаю, что происходит. Но вы обязательно получите подтверждение того, что здесь вы сейчас видите и слышите в раскладе, если расклад резонирует по описанию, что человек запутался, он не знает, что сейчас делать, как делать и вообще, что происходит в этой жизни. Ну, судя по раскладу, нам здесь, конечно, и так понятно, что он запутался. Действительно. Обхитрил самого себя, за что боролся, на то и напоролся. Вот здесь вот, мои хорошие, здесь будут его слова о вас. Что он о вас скажет, да? Что он о вас говорит или что он о вас рассказывает. Вот спроси его о вас. И вот здесь вот вы сможете посмотреть, о чем речь.
Не забывайте, пожалуйста, поставить лайк и написать комментарий. Это важно, по-прежнему важно. Встретимся с вами в новом видео. И очень скоро. Пока-пока.